Да. Да. Привет, ребят. Сегодня новое вышло, короче говоря. Надеюсь, будет приятного просмотра. А я начинаю. Поэтому ставим лайки, подписываемся и колокольчик, комментарий и погнали. Короче говоря, розыгрыш мамы. Ха-ха-ха, очень смешно. Это настолько тупые. Ну ладно, продолжим. Значит, с маленькой предыстории. Это моя комната, это мой шкаф, это моя песня, это моя то, это моя шо, это... Ну что мне теперь делать? От третьего лица снимать. Вот что. Ага. Я знаю, как встретить маму. Так что сегодня 1 апреля. И я пойду. Да, ха-ха-ха. Что это? Это жвачка. Правда? Да. Правда? Ну ладно. Да просто ешь. Очень хороший розыгрыш. Прямо очень. Да. Короче говоря, розыгрыш мамы. Ха-ха, очень смешная заставка.